Плитку привезли на пол. Сходится, видишь? Здесь сходится, там. Угла нету, короче, 90 градусов у нее. И этот, чтобы ровно было, сюда нажимаешь, блин, здесь поднимается. Короче, она еще, о, видишь, пол ровный. Если я на край нажимаю, она поднимается. Короче, весело будет у меня здесь тоже. Если ее перевернуть. Ну, здесь видно, да? Тоненький шов здесь расходится. Здесь опять тоненький. Она во всех плоскостях. То есть сейчас смотри какие, да, швы, у него фаска такая здесь, ну, наискосок. Если ставлю свою пешку, шов еще больше будет. Одеваться некуда, 2 миллиметра, наверное, буду вставлять. Видно, да? Это миллиметра полтора, если не больше. Да, блин. На фартуку вот такую взяли. Дугой, короче, идет тоже. Плюс она еще рифленая. В этом месте, когда угол пойдет, примыкание надо будет подтачивать под вот эти бугорки. Ну, типа, чтобы... Ну, в принципе, так небольшая щель. Может, и не буду подтачивать. Можно и заморочиться. Короче, я буду ее всю калибровать, которая самая плохая пойдет под шкафы. Вот такая вот кривая плитка попалась, кирсонит. У нее геометрии вообще нету, и у нее в середине, короче, прогиб такой везде, на каждой плитке, миллиметра 2-3. Швы получились где-то 4 миллиметра. Вот так человеческого роста хорошо смотрится. А если прям с лупой ходить, то, конечно, там в перекрестьях есть швы, расходятся кое-где. А так затрется, думаю, нормально будет. Заказчики в курсе, что плитка кривая. Да, я с ней промучился весь день. Здесь сколько здесь? 12 квадратов. Ну ничего. Фартук тоже вчера положил. Ну, фартук более-менее. Плиточка ровненькая. На 2-миллиметровые крестики хорошо получилось. Перекрестия везде совпадают. Отверстия вырезал, сейчас их замонолитчу под розетники. Все четко получилось. Также и здесь спокойно залазит туда. Тут электрику раскидывал, 18 точек. А не мог ее раскидать, 2 недели ждал, пока заказчики плитку купят, чтобы точно отцентровать, где будут розетки. Просто если заранее сделал, допустим, электроточки вывел, потом бы пришлось переносить или подгонять, я не попал бы.
Вот заказчики купили плитку, потом сделали дизайн-проект мебельщикам. Мебельщики делали дизайн, где будут вот эти розетки для духового шкафа, для посудомойки. Потом я сделал электрику везде. Кстати, в откосе тоже захотели. Только потом начал укладывать фартук. Обычно, когда сделал на электрике, розетки переносят, чтобы по центру плитки было красиво смотрелось. Как-то так. Такая кухонка будет. Для такой плитки она, думаю, хорошо положена. Как-то так. Один день фартук, в этот же день на пол плитку. Здесь 5 метров фартука. И на полу 12 квадратов. Там на пороге с силикончиком зайду, затру, и нормально будет. Вот так вот